это такая явная промзона. Даже лица инженерская. Там видно какие-то заводы. Не знаю, что у них там вообще производят, а посмотреть. Там вдали какие-то то ли трубы промышленного, то ли отопительного назначения. Вот такие же форматы. Но это чисто промзона. Какие-то фирмочки, что-то ремонтирующие, производящие такого формата. Но опять же хорошая дорога, опять же все чистенько, опять же никакого мусора. То есть, в принципе, все очень достойно, так можно сказать.